Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Астрора. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. И сегодня мы с вами уделим внимание практике. Эта практика, друзья, проводится во вторник. Это практика на привлечение достатка в ваш дом и обретение финансового успеха. И обязательно во вторник, обязательно обратитесь с молитвой к Архангелу Гаврилу. Почему именно к нему? Потому что он управляет энергиями вторника. А слова молитвы следующие. Святой Архангел Гавриил, подари мне радость, отгони из жизни моей печали, наполни сердце мое любовью и трепетом, благослови на подвиги и добрые свершения, защити меня от лукавого, да не оставь меня в одиночестве на пути к свету и истинной вере. Да простит Господь мою душу. Аминь. Ну а далее, друзья, вы можете провести практику на богатство и процветание. Итак, что для этого нужно? Перед входной дверью вам нужно будет разложить 3 монеты. И когда вы будете выходить из дома, обязательно пройдите по ним, приговаривая на каждом шагу следующие слова. Раз монета нашлась где-то, в карман попала, богатство предвещало. 2 монета мною найдено, себе оставлено. 3 монета в кошельке звенит, бедность гонит и удачу сулит. Я обут, я одет, еды полон дом, тишь и благодать в нем на работе. Удачи не может быть иначе, да будет так. И уходя из дома, обязательно оставьте эти 3 монетки на полу. Ну а после того, как вы вернетесь домой, соберите деньги со следующими словами. «Мое богатство возвращается, собранное мною приумножается». Если вы, друзья, видите эту практику уже, например, в тот момент, когда вы вышли из дома, вы на работе находитесь, то в таком случае, когда вы уже придете с работы, покладите 3 эти монеты, пройдитесь по ними, скажите слова, выйдите из дома и буквально через пару минут зайдите и доделайте эту практику, то есть нужно собрать денежки и произнести слова. Друзья, ну мы вам всем желаем изобилия, достатка, и пусть все в вашей жизни складывается великолепно.